В Риме есть очень милая достопримечательность – это знаменитая замочная скважина. То есть, ну, просто говоря, дырка в двери, дырка в заборе. И люди стоят в очереди по несколько часов, чтобы хоть одним глазком заглянуть на сад резиденции ордена Мальтийских рыцарей. Даже есть такая поговорка, когда речь идет о чем-то совершенно недостижимом, совершенно невозможном. Говорят, что ты можешь это увидеть только через вот замочную скважину. Лупой ведере соло трамитер бука де ла сература. Вот так вот выглядит эта замочная скважина. Потом я выйду с другой стороны, потому что я сегодня приглашена туда, и покажу вам, как это выглядит с другой стороны. Вот все, что люди так пытаются, все, что могут вот увидеть вот так через эту скважину. Вот там стоит очередь, чтобы сделать фотографии через священную дырку. Я перешла через ворота, я уже не витаю. А сейчас мы посмотрим эту дырку в заборе, в которой мы видели вот эту очередь, где стояли туристы смотреть. Мы проходим мимо цветочка, мимо старого-старого дерева, которому 500 лет. По красивым аллейкам. А, и вот. Adesso questo momento. Allora, molte l'abbiamo avanti. Perché attraverso un'occhiata, attraverso un стучат с той стороны, потому что мы закрыли туристам окошко. А, вот же. Вот же. Ma sanno mettere molto carina che voi potrete vedere, ma che la gente fuori non può purtroppo. Вот эта дырочка в двери, через которую смотрят все туристы. Вот, они смотрят, чтобы увидеть вот эту аллейку. Пошли по этой аллейке, помните, где внутри? Вот этот вид, а здесь накрыты столы. Здесь будет вот этот коктейль. Так, ну что, там шампанское. Там что-нибудь дадут выпить. Ура! А вот здесь, на самой верхушке башни. Видите? Помните башню, над которой развивался флаг? Вот мы прямо в зале, на самой верхушке этой башни. Этот прекрасный зал служил для того, чтобы здесь выбирали, служит сейчас, для того, чтобы здесь выбирали гран-маэстро, самого главного человека ордена. Отсюда открывается также чудеснейший вид. По стенам висят все другие ордена, правители ордена, и вид, который открывается. И внизу речка. А это вид туда на садик. Вот оттуда снизу я только что делала фото. Заодно увидим, как выглядят настоящие итальянские аристократки, сеньоры.